Душевное потрясение посевает в неиспытанной детской душе первые семена добра и зла. Смотря по благому или злотворному свойству этих потрясений, укореняются в невинном творении великодушие или жестокосердие, стремления высокие или низкие. Незаметно складывается духовное здание будущего гражданина. Ныне, уже в зрелое лето, я облекаю эту мысль в ясные выражения. Но в те времена невинного отрочества я скорее чувствовал, чем рассуждал. Убьет граф день. Всю жизнь помнить буду. День с глаз. Милостями неземными осыплю. Сатана. Антихрист. Сгинь с глаз. Я сгинь. Да племянник я родной архиерея. Живо гнеполем. На Наневку. Сам. Стрелой. Эй. Быстро. Быстро. Но! Дорогу графу! Дорогу! Что-то часто ты мне на глаза попадаться стал, отец Еремей. Не к добру это. Охотиться изволите, ваше сиятельство? Охочусь. На собрата твоего, сволочь длиннокосмой, свинью распутную. Молчать, болваны. Упустили попишку. В бричке у тебя что? В бричке? Сено на пропитание скотине. На дороге не встречал скотину грязную в Исподнем? Племянничка архиерея. В Исподнем? Встречал.
полем пошел на Ананьевку. А крыса! Назад! Убью гадину! Повешу! Царю! Синоду доложу, кого нынче выпускают в духовной академии! Но! Черти нерасторопные! Ну, просыпайтесь все! Прохор! Прохор, черт возьми! Ворота закрывай! Да день-то на дворе! Замолчи, делай, что велят! Батюшка! Отмож мой, где? Вил ты, черт! Бородатый! На пороться бы тебе на рожон! Чего я клеваю? Знай, помолкивай! Охранник облезлый! Пьяница неугомонная! Что в тебе порой раздуло, пропойца? Слава богу, спаслись от супостатого старшего! Нас ищут теперь! А это что за пугало? Собутыльника притащил с собой! Ах ты ж, курица облезлая! Это не курица! Это жар-птица! Самого архиерея племянник! Заходите, заходите, пожалуйте, угостите, отец Михаил. Ой, здесь вас никто не обидит. Мамочки, вот вам святой крест. Нет. Заходите, ой, господи, ножками белыми. Осторожно, отец Михаил. Благодетель, вы наш. Пожалуйста. Проходите, благодетель. Дядюшки, гонца, епархию пошлите. Пусть вызволяет. Пусть охрану возьмет. И сам пусть. Сам пусть приедет. Убейте собаку, злыдни. Немедля, немедля пошлю, погодите, отец Михаил. Я все сделаю для его преосвященства. Немедля посылаю. Немедля, отец Михаил. Вот так. Сам сюда приедет. Сам. Сам прибудет. Сам, творец-вседержитель. Ты вот что. Сам. Отец-диакон. Поезжай немедля в епархию. Скажешь его преосвященству, архиерею, или через кого близких ему передашь. Поскольку его родной племянник в беду попал, его сиятельством графом убиен, может быть, то ждет от владыки вызволение на дворе отца Иеремии, терновского священника. Запомнил? Может, кто другой. У меня и сапог нету. Мои наденешь. Прохор, запрягай. А Тимош мой где? Где? Он же с утра при вас был. Тимош? Тимош? Тимош в скорости вернется. Он в пределе поставлен. А ты вот что. Давай живо, одна нога здесь, другая в епархии. Отец Еремей, да. Пойди сюда, родимый. Ну, душегубец, не выпросишь перевод с повышением, пеняй на себя. Место священника в уезде пустует, его и проси. Замолкни, сам знаешь, что просить. Да. Дворянки на улице кланяться будут. Купчихи чай пить придут. Ну, я промашки не дам. Мне этого племянничка сам Бог послал. Трапезу готовь. Отец диакон! Да в пути о нашем госте не обмолвись ни с кем. Смотри мне. Кто там? Тимош, это ты? Ах ты, господи, ты на черта похож. Обмойся, что ли? Ну что же ты так поздно возвратился? Поживец. Егеря догнали. В каретнике закрыли. Mm-hmm. Били. Mm-hmm. Допытывались, чей я. А ты? Граф грозился убить того и повесить, как это, публично. Ну а ты?
А я сбег. Ну и хорошо. Ах ты, Господи, не забыл нас, грешных. Обласкал. И я тебя не забуду. Я о тебе позабочусь. Мы с тобой еще им всем покажем. Убери пушку. Отец Еремей, это я, Мордарий. Чего тебя нелегкая принесла в такую пору? Разговор есть. Пусти во двор. Иди себе с Богом, не до тебя. Ты репа паренная, христианина во двор не пускаешь. Да я мужу 20 верст отмахал, чтоб с отцом Михаилом поздороваться. Чего орешь? Ах ты проклятый, ты проклятущий. Что ж такое, с одному, а мне ничего, да? Все другим счастье в дом. Но ты еще узнаешь отца Мордария. Уж он будешь жариться на сковородке. Ишь, заважничал, луковица ехидная, Иуда Искариотский. Да вежливо так скажи, ваше преподобие, отец Михаил, извольте умываться. Да зеньками своими нахалющими не верти, воронье заморское. Вот так. Иди с Богом. Иди. Голову-то пригни. В пол гляди, слюнявец. Проберетесь здесь, со двора не видно, я с фронта вы с тыла. Ну? Бог благослови. А что, отец Еремей, девчонку какую не мог прислать в услужение, а? Или нет их у вас? Ах, Господи, Боже мой. Красавица прислуживала мне у графа. Чистейший бриллиант. Из-за нее и гром грянул. Ой, зараза какая. Тебя как звать-то? Тимош. Тимош? Граф грозился убить вас и повесить. Вот болван. Сам же ее ко мне приставил, а потом кричит, соблазнил. Убью гадину, повешу. Провинция. Ну да мы его с тобой вокруг пальца-то обвели. Черти немытые! Карты-то хоть умеешь? Фафана. Это что, в дурака, что ли? Ну давай. Поставь зеркало, садись. Мир голосу! Лето соль! Да помощь! Какой гость! Какая радость! Прямо к завтраку, преподобный. Вот, вот и... Вот, вот так. Вы так, мсье. То есть Фафан, пардон. Да нет, это вы Фафан. Тогда поиграем. Больших козырей и красных мастей вам, батюшка. Бог в помощь, отец Михаил. Вы-то нас убогих не знаете. А мы вас знаем, всякому вы известны, всякому сияете, аки солнышко на небеси. Вы из какой обители? Из Краснолесской, батюшка. Матушка игумени приказали. Доступи ты до отца Михаила и скажи, хотим принять их с христианской радостью, как сану их нему подобает. Удостойте, отец Михаил. Праздник у нас нынче большой. Удостойте. Да и опасно вам здесь оставаться. Деревень сейчас граф нагрянет. Он в прошлом годе от свирепости целое село жёг. Даже храм Божий не пощадил изверг. А уж за то, что вы красотой своей ангельской возлюбленную его искусили, так его все повесить может. А
А ты, сынок, кто будешь, сердце мое? Слушка мой. Ну, решайтесь, отец Михаил. Стены у нас толстые, никакому врагу недоступны. А литургию отслужить в престольный праздник дадите? Все, что ваше сердечко пожелает, все дозволим. Ладно, еду. И служку своего возьму. Подрясник подай. Лошади твои где? Рядом. Отцу Еремею скажите. Отец Еремей мне не указ. Я сам себе указ. Давай напрямую, Тимош. Прыгай. Служкой будешь моим. А подрастешь, в люди выведу. Вот так, значит. Ой! Ой! Украли! Заткните, украли! А, крутили чертовы дьяволицы. Лизавета! Со мной это не выйдет! Куда же вы дитё утащили? Ну! Вот они! Лизавета! Души будет! Ну! Прикушайте, святые отцы, чем богаты, тем и рады. Не обидьте меня, убогую. Отец Михаил, благословите нас на ястье, питье и чоканье. Не о хлебе едином жив будет человек. Греха тут нет. Даже Господь вкушал на Кане Галилейской. Хочу, чтоб все пили. Приказываю. Сестра Олимпиада, ты как ангел. Ничего не вкушаешь. Поди сядь подле меня. Поди сядь, родная. Поди, поди. На, выпей. Я разрешаю. И приказываю. И прошу. Ну. А, благое дело это я люблю. Восхвалим Господа и возлием. Восхвалим Господа и возлием. Бросай ты мне, Ганна, здесь. Не дойти мне к утру к обители. Как можно не дойти? У нас одна надежда. На икону чудотворную, чтобы услышала. Вот сколько верст прошли, а теперь отказали. Ты за меня свечку чудотворной поставишь. И воды святой купишь. Сама ты должна уйти, на невзяток. Ой, не дойду я. Тебе самой надо к чудотворной припасть. Вот жару пересидим и пойдем. Пресвятая Богородица, пошли нам силы и терпение, Господи. Господи, дай покой душе усталой, Господи. Господи, пошли нам силы и терпение. Дай покой душе усталой, Господи. Господи, помоги нам. Пресвятая Богородица, помоги нам. Господи, помоги нам. Господи, пошли дитю моему исцеление. Господи, всем страждущим милой своей яви. Помоги всем несчастным и обездоленным. Господи. Пошли нам силы и терпение. Господи, помоги нам. Господи, помоги. Пресвятая Богородица, помоги нам, Господи. Помоги, заступи, Господи. Господи, помоги, Господи. Пресвятая Богородица, помоги нам, Господи. Господи, помоги нам. Господи, пошли дитю моему исцеление, Господи. Пошли дитю моему исцеление, Господи. И всем страждущим милость свою вере, Господи. Помоги всем несчастным и бездольным. Всем заблудшим и обманутым. Господи, помоги нам, заступи. Прохор! 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 Чего? Я сейчас Деву Марию видел.
Чего? Богоматерь с младенцем сейчас в лесу видел. Фу. Ну иди погуляй еще. Может, 12 апостолов встретишь. За что у меня каменьями? Я спрашиваю, за что в меня каменьями? Ну? Да не уподоблюсь язычнику, упивающему себя яко скота бессмысленного. Чтобы вы пожелали этому цветку несравненно. Отец Михаил. Погубили, опорочили завистники. Вот они, вот он, вот они, все, все. Ну, не будьте так жестоки. Олимпиад, не надо, ну, не будьте так жестоки. Я пропал, пропал, затравили на меня доносы самому архиерею. Я пропал. Да как ты можешь так перед отцом Михаилом? Все, все, пропал, пропал. Духом Бог, а плотью немощи. Ох, плоть, плоть. И повидала же она горькая, эта плоть наша. Да. Вспомнишь, аж дух захватывает. Да. Олимпиада, закуски ты берешь. Да смотри, я все пересчитала. Помоги, мать Секлетея, отца Михаила возвернуть. Ну что стоит, на терны поверить. И мы вдвоем, я и ты, в милости, в благости. Да из меня, мать игуменья, весь дух выпустит. И во Преосвященство прибудет он, тебя саму сделает игуменьей. Ах, меня игуменьей? Да. Ох, отец Еремей, не оплетай ты меня, не морочь! Семен! Запрягай! Ехать пора! Ехать пора. В обитель пора. Опорочили! Ободрали, как липку! Сирота я! Отец Михаил... Удостойте, отец Михаил, удостойте в гости ко мне. Три дочери, все три красавицы. Удостойте. Удостою. Удостойте. Удостою. Мать Секлетея, еще не поздно на терны повернуть. Семен! К обители! Какой резон мне для тебя стараться? Мало я перед вами смердячими на вытяжку стою. Ах, батюшка, дозвольте ручку облобызать. Ах, матушка, к ручке допустить, а вы и суете. Преподобный, игуменья. Да, она у нас раньше кадушки мыла и хлеб чистила. А теперь мать Аполлинария, превыше облака ходячего, игуменья. Эка Фря, скажите, пожалуйста, всяк сам себе игуменья, вот что. А ты чего уши навострил? Наябедничать хочешь? Ну давай, ябедничай. А я не боюсь. Ха-ха-ха, эх, головаль моя, да разудалая, эх, жизнь моя, да развести. Подумаешь, пересчитала она. Ей можно, а мне нельзя. Ой, как же это вы. А зачем же за трапезой любезничала? Это еще что, когда большая компания, то всякий стянет. А вы когда нет никого, тогда трудно царить. А если поймаетесь, что тогда? Отдерут. У нас либо за то, либо за другое. Все равно драть будут. За что же меня невинного драть-то? Захотят, так и раз невинного выдерут. Узнаешь еще, как у нас варитель бьют. А у нас одну монахиню так отделали, что она так и поползла, так и поползла. А потом странная стала. То смеется, то плачет и все приговаривает. Странная я. А вы давно в обители? С 13 лет. Мой батюшка сам меня в обитель с пьяных глаз отвел. Сам хочу, говорит, чтоб своя. Монашка мои грехи замаливала.
Вот я замаливаю. А ты, может, есть хочешь? Так попроси. Учись просить. Проси же, проси. Ну, попроси. Грех это воронный. Ну, праведник. Доплачешься еще со своей святостью. Переходи-ка лучше ко мне на козлы, браток. Поешь. Прох, а до обители еще далеко? Успеем, доберемся. А, соколики. Прибыли. Приехали, отец. И о применении, и аз упокою вы. Прохор, это как? Ну как, придите, мол, сюда, кому трудно, и покой здесь обретете. Следуйте за мной, милые. Я вперед побегу. Тимош! Пошли со мной. Преподобная мать игуменья. Прошу пожаловать, преподобные. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. А ты дала у него? Кого? У отца Михаила. А что он тебе говорил? А что на Олимпиаде? Не знаю. Это правда, что он родной племянник архиерея? Не знаю я. Слушка, все должен быть. Ну, Слушка, я! Сказали. Пойдем со мной, браток. Сестры, живы сюда. Покой ободрить, фимиама закурить. А где эта мать Евлампия? А ну, живы ее сюда. Ты со мной в погреб пойдешь. Ну, живее, живее, поворачивайтесь. Куклы без руки и гости ждут. Прох. Ну.
праведники где живут? Праведники? Праведники повсюду есть. Да только вот жизни в них нет. Бараньи роги гнут, грязь кидают. Уж сколько хороших людей даром пропало. А что, если в пустыню удалиться и там спасать свою душу? Вот и на что. Это тебя Еремей выучил. А чё же он сам в пустыню не удаляется? Не с руки ему, что ли? Не знаю. Да и пустыни уже теперь таких нет. И праведники, что сухими кузнечиками питают, перевелись. А игуменья праведница? С чего это? А она так тихо-тихо говорит. Не то, что наша попадья. Спи-ка ты лучше, браток, да помалкивай до поры. Так оно вернее будет. Михаила видел? Нет. Отыщи его и не отпускай. Куда ни волокут, о чем ни говорят, запоминай. Душа у него нежная. Не ровен час доведут до греха, ты не допусти. И тем самым душу его бессмертную спасешь для Царства Небесного. Понял. Ну вот, давай туда. Пожертвуйте на общую свечу. Пожертвуйте на общую свечу. Пожертвуйте на общую свечу. Михаил. Пожертвуйте на общую свечу. Пожертвуйте на общую свечу. Пожертвуйте на общую свечу. Вам помощь не нужна? Помогаю ближнему по-христиански. Свечи, свечи, возьмите, возьмите свечи, возьмите свечи. Свечи, возьмите. У кого нету ни, милые, сюда. Томление, печали и тревоги, сюда, милые. На что жалуетесь, милые? Ноги у меня. Ноги. Вот ножку и возьми. Помогает, как рукой снимай, 5 копеек всего. А с тобой что, милая? Дети хворые. Что с ним? Ручки, ножки, животик? Вся больная. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. В таком разе надо так. От ручек. От ножек. От сердечка. И обязательно крестик. По пяточку 30 копеек всего. Святая вода! Подходите, милые! Святая вода! А святой воды забыли, милые. Нет, уже нету. Подходите. Странная я. Странная я. Помогаю ближнему. Помогаю ближнему. Странная. Странная я. Помогаю ближнему. Странная я. Не могу не помочь, коли кого в беде вижу. Сколько вам надо, милые? Вы говорите, не бойтесь. Я точно младенец. Да нам рубля, полрубля. Вот, милые. Спасибо. Спасибо. Господа Бога благодарите. Он велел помогать ближнему. Последней своей крохой. А вы мне что оставите? Странная я. Платочек. Красивенький. В залог. Так ведь это мать приданное ставит. Он поди рубля 3 стоит. Велено мне, велено. Бог с тобой. Бери, как нравится. Век за тебя молиться буду, заступница. Бегу, 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 бегу. Thank you.
Богородицы, помилуй нас, отодрай на воздвигня и си, Господи, умоль, прожиги и сердце, и уснем ее сердце, прежде тихо, как святая Троица, я сказать, если Божий Богородицы, помилуй нас, не забудь, что я приеду, отец Михаил. Ступай. Ага. Чего? Напугал кто? Ну, чего молчишь, браток? Ну-ну. Пойдем со мной. Проха, родненький, когда мы домой поедем? Сюда. Дверцу поворачивай. Вот сюда. Осторожно, здесь ступень. Тебе, браток, такой случай выпал, как один раз в жизни бывает. Чтобы архиерейский племянник слушать к себе взял. Если не придумает, конечно, не самостоятельный он. А сила за плечами большая. Видал, как в него все вцепились, вороньем закружили. Пойдем. Главное, в городе жить будет. Ну, какие дела у Слушки? Принес, подал, молитвенник поносил. Слушка, пока будешь, а там глядишь и в люди выйдешь, как не дурак. Здоровый наш! А, здорово, здорово. Сокол ясный. Сделай тут мне пару заклепок. А, делаем. Все на моем месте греешься. Выбирался бы ты отсюда, Игнат. Выберусь. Подбирать здесь не собираюсь. Так что от добра добра не ищи, браток. Дитю моему исцеление и всем страждущим милость свою яви. Помоги всем несчастным и обездоленным, всем заблудшим и обманутым. Пошли, дитю исцеления, Господи! Пошли, дитю исцеления, Господи! Господи! Господи, заступи и помоги, Господи! 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 Не хочу быть Сушкой! Господи! Не хочу быть Сушкой! Господи! Не хочу быть Сушкой. Все возможно Господу, если только мы, рабы Господни, будем пребывать в мире любви и согласии. Если мы будем печься о спасении души своей,
об укреплении духа своего. Аминь. 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 И помните, милые, он, Творец милосердный, не спосылает добрые слова представителям своим на земле. И стараниями служителей своих творит благодеяния. Святая всех сила праздничная! Праздничная! Благослови! 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 Стойте! Куда, милые? Хворая она. Не тревожьте праведную. Господь возносит смиренных. Царствие небесное уготовано покорным рабам Господним. Что, милые, что? Стать хочет. Ой, 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 за донос благодарствую. То-то мать секлетей так хвост распушила. А вы, матушка, не забудьте меня убогого. Замолвите словечко. А матушка-игуменья обижается на скупость твою, батюшка. Поучит тебя обхождению. Ты что ж, паршивец, столбом застрял. Где отец Михаил? Еще раз сыграем, господа. Господа, прошу вас, господа. Тебе ведь не на что, преподобный. Разве что крест остался. Крест нательный. Не дам. Не трожьте отца Михаила, кричать буду. На служку своего поставлю. Пойди сюда. Стыдно, дяденьки, на одного нападать. Сядь. Банкуй. Колоду вскрой. Новую. О, мое почтение, господа. А что, преподобный, без рясы? Поди, не жарко? Проигрался, преподобный. Ай-яй-яй. Прошу. А вам должно быть стыдно, господа. Немедленно верните все, что вы выиграли. А ты, малец, беги. Ты храбрый парень и побоялся, беги. Я сам защищу твоего хозяина. Возьмите. Нет, не мои это деньги, милейший. Я их выиграл поначалу. Берите, берите. Употребите их на благое дело. Что-то. В кого ты играешь? Будьте ходатаем к игумене. Родовые земли, что с обителю граничат, отрезала как свои. Ай-яй-яй-яй. Каждый пятый бочонок меда в дар требует. 10 бочонков воску самолично привез. Говорит, не было. За свечи второй год не платит. Так что вы уж будьте нашим ходатаем. Как только появится сразу в ноги, святой отец. Мы... Нас обманули, чертовы дьяволицы, и вас обманут, так нельзя. Святой отец. Надо ласково, лаской да не... Все подкопы роете, подземные хода копаете. Здесь это не выйдет, святые отцы. По повелению матушки-игуменья обитель святую сей же час покиньте. За поведение сана вашего недостойное. Что? Вчера и пояс вышьем, и благодарность будет. А сегодня уговор забыли, не надобен стал. Уговор? Что? Иуда, матушка, матушка, не верите. Да какая она матушка? Матушка, простите меня. Thank you.
сюда, мой милый. А ты молодец. Вовремя к купцам подоспел. На, держи. Заслужил. Нельзя вам здесь оставаться, отец Михаил. Ишь, кружит. Погубят они вас. Пойди прочь, ты мне больше не надобен. Прощайте, святой отец! Какие прелестные цветы в вашей обители. Что бы вы пожелали этому цветку? Ну, ответьте, любезный. Не будьте так жестоки. Из какого вы Эдема? Из кельи. Ах, как я хотел бы поселиться в этой келье. Покажите мне ваш сад прелестный. Пойдем гулять. Пойдем цветочки собирать. Выгнали нас! Прохор, я с тобой еду! Ну, садись. Так, теперь только держись. Попадя нас всех в помоях искупает. А тебя-то за что разжаловали? Больше не надо, Бен сказал. Так, а не говорил я, тряпка он, пустозвон. Да ты и так не пропадешь. Голова у тебя смекалистая. Ну что добился доносом своим, Иуда? Сестры! Сестры! Милые! Родники! Вот ты куда добрался? Живо слазь! Рассердить преподобного отца Михаила хочешь? Дочерей сиротами оставили. Вот. До свидания, отцы пречестные. Коня хоть отдайте! Не забывайте нас в своих молитвах. Когда крады. Стой! Стой! Где пожаренная? Стой! Докажу! Сок из тебя, заблудился. Не надо плакать. Не надо. Не плачь. Видишь, травка зеленая, солнышко теплое. Не плачь, мальчик. Не плачь, дитя мое. Дитя мое. Дитя мое. Матушка Феофила, да как же она здесь? Да ей же лежать надо. Да как же вы здесь? Да нельзя же вам вставать, золотко. Идем, идем, мы вас к келью отведем, голубушка. Душно мне там. Ты на богомоле пришел? Не, Сушка я, у отца Михаила. Издалека, значит? Терновский я, Дьячков сын. Господи, Катеньке покойница, сынок. Золотой души была, а красавица? Вы... А мальчики, позаботьтесь. Уведите его. Иди. Я приду. Приду. Идем, идем, милый. Она вернется. Идем. Ешь, ешь. У нас еще есть. А ты у матушки Феофилы благословения попросил? Да как же ты, сынок, с ее благословением за 1000 верст ходит?
Праведница она. Молодые годы схему приняла, великий надел. 20 лет, как добровольно от мира отрешилась. Все в постах да в молитвах, все с Господом. Уж как она благословит, все болезни и тяготы уходят. Ах, травки бы ей! Травка исцелит, исцели, травка. Сохрани, Господи, праведницу Феофилу. А ну быстренько все отсюда. Идите, милый, идите. Все, я сказала. Но успокоил сердечко свое отец Михаил. Видишь теперь, стражи у нас верные. Уповающий на Господа да не погибнет. На Бога надейся, а сам не плашай, мне это доподлинно известно. Я в этой жизни всего натерпелась, а душа рвется пороскошествовать. Умна ты, Секлетея, умна. Шепни дядюшке, мать Секлетею возвысить надо, в главе паствы поставить. Это игуменей? Не бы какую-никакую маленькую обитель, а уж я из нее рай для твоей души сделаю. Ты откажи, преподобный. Ай. Не пожалеешь, а уж я за тебя век буду Бога молить. Пастырь-то наш духовный, не откажи. Посланец к игумени. Преподобная мать и пленария принять не смогут. Праздничной трапезы направили. Доложите, посланец и свит его преосвященства архиерея, срочно. Прошу, милые. Благослови, отец Михаил. Благословляю ясти и питье. Аминь. Мать Евлампия. Велено передать в руки самой игумени. Не тревожьтесь, немедля передам. Сестра Соломонида, накорми гостя. Келью приготовь на отдых. Ступай. Радостную хочу сообщить вам. Преподобный отец наш, архиерей Антоний, епархию покинул и в обитель нашу смиренную направился. Вот здесь будет. Бить во все колокола. Гулять повелеваю. Гулять будем. Гулять. Евлампия, вели звонить. Матушка, что богомольцам сказать, когда спросят, почему звонила? А икону вынеси. Ей одной доверяю. Она у меня верное копье.
прости, Господи, ты его ж только не робей. Как в дверцу потайную войдешь, сразу крикни, святая Феофила отходит. Да поспеши, отпусть. У смертной черта легла на чело. И отца Михаила упроси, причасти, соборовать надо. Ступай, ступай. О, Господи, спаси и сохрани. Если пускать не станут, к отцу Михаилу дело важное есть, скажи. Хорошо. Да не сказывай, кто послал. Видишь, все у нас в обители есть. Всем мы довольны. Вот этими руками все сделала. Все. Смотри. Ваш портрет. Матушка Аполлинария. Преосвященного владыку просить станешь осветить икону. Икону? Краснолесскую обитель нашу. Обителью святой Аполлинарии. На речь. И тогда все за благословением на коленях к ней всегда, вечно, 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 вечно. Дайте, дайте, матушка, дайте, матушка, будет, будет вам. Сколько? Сколько хочешь? Вот, ничего не жалко. На, бери, вот. Ты все отдам! Жизнь человеческая, аки свеча горит. Жалко. Хоть бы денечек еще пожить, хоть бы денечек. Жалко. Жалко. Благослови. Праведная. Сестру свою последним благословением. Уйди, Евлампия. Жалко, жалко. Чего тебе жалко? Этого грешного мира жалко. Все тлен, прах, пыль. Нет, радуйся, что Господь тебя к себе призывает. Радуйся, что в расцвете сил в Царствие Небесное уходишь. Под землю ухожу, под землю, безвозвратно. Под землю. Под землю все уходят. Все. Все уходят под землю. Уйди. Очнись. Сестра, в какой час речи бесовские говоришь? Не губи душу свою. Молись о спасении души своей, что ко Господу молитвы наши смиренные вознесет. Молись.
Душа в щедрых сокровищах сердца человеческого спасается. В деяниях его добрых живет. Муками человеческими укрепляется здесь, на земле. На земле, здесь. Уйти, уйти, уйти. Береги! Береги! Ты что, грешница? Ну! Опорочить обитель нашу смиренную задумала. Сестер своих, которые служению Господню жизнь отдали. Опозорить хочешь? Мать-игуменью нашу, которая последние годы доживает благости до любви к ближнему, погубить хочешь? Ну, полная лампе, не празднословь. Не для любви к ближнему вы живете, не о душе вы заботитесь, сестры святые. Для корысти своей тщеславия вы живете, для суеты пустой, для страстей ничтожных. Для себя, все для себя. Урвать, урвать, урвать. А зачем? Ну зачем, зачем? Ответь! Побойся Бога, какую вину возводишь. А благословение тебе мое зачем понадобилось? Умысел черный, знаю, свершить задумала. Власти хочешь? Ах, как вы все власти хотите. И все-то для того, чтобы меньшую братью унижать да затаптывать. А тебе надо бы насказывать, что праведная Феофила одеяния твои перед смертью благословила. Не будет тебе благословения. Не Феофила я. Не Феофила. Лиза. Елизавета, дочь Василия. Отрекаешься. От святого имени отрекаешься. От веры отрекаешься. Тимош, запомни. Все, что в обители видел, запомнишь? И к людям уходи. Поди ко мне, мальчик, поди. С любовью к людям... Пойдем, отрок, новую икону вынесешь к людям. Грешница, грешница! Счастье тебе, сынок, счастье! Счастье, счастье! Свершилось чудо! Обновилась икона! Молитесь! Молитесь! Thank you.
Сообщи графу. Немедля. Коня за ворота выведешь, чтоб соломинка не хрустнула. А? Скажешь графу, архиерей Антоний скоропостижно скончался по пути в обитель. Гонец письмом уведомил. Скончался владыка. Кортеж в епархию повернул. Скажешь графу, мать Евлампия просит его сиятельства к утру. Слышишь? К утру в нашей обители быть. И дорогой подарочек приготовила. Запоем теперь песню. Возвысимся теперь. Граф приедет. Так он же убьет отца Михаила. И повесит. Обманщики. Обманщики вы. Немедля изловить. Он... А чья это краснолесская обитель? Ваша матушка, собственная ваша, чьей же ей еще быть? И сжечь я ее могу, коль захочу. И сжечь можете. Там архиерей Антоний вам обитель пожаловал. А с вами я ничего не смею сделать, а? Господи, да с нами вы все можете сделать, матушка. Правда? Ну, попробуем. Прошу, мать Секлетея. Держи сахарницу. Солонку. Гляди на меня, Секлетея. Гляди. Что ж тебя поводит. Может, ты недовольна? Все, что ваше преподобие делает, изволит. Все благо. Все благо. Ты никак плачешь. Это здорово для глаз. Для глаз здорово. А, здорово! 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 А, мать Евлампия, а ну встань, мать Секлетея, уступи место. Сядь! Феофила нашла. От веры отреглась. От царствия небесного отказалась. Господи. Господи. Вериги сбросила. Одежды схимницы сняла. Убогие слышали. Речь еретическая. Похоронить сестру Феофилу как праведницу, как святую. Одежды схимны надеть, вериги наложить, убогих из обители убрать, отречение от веры сохранять в тайне, в тайне, в тайне. Тайне. Я поднимаю чашу сию с
владыку нашего архиерея Антония, которому завтра поведаю об обители вашей в выражениях весьма благостных. Господи! Ну почему все так? Господи! Ну что же ты, Господи! Забываешься, мать Евлампия. Ко мне без стука. Ты. Я сестер позову. Его Преосвященство. Архиерей Антоний скончался, матушка. Истинный владелец земель этих, граф Краснолесский, прибудет сюда. Ключ. Ключ! Ключ от казны! Как? Его сиятельство, граф Владислав Краснолесский, прибудет в свою обитель на длительное говение. Мать Аполлинария! Матушка! Чего тебе? К ручке допустить. За утренней выходите. Больной, скажетесь. Отец Михаил. Пошел прочь, не надо бы на мне. Дядюшка, ваш помер. Граф с егерями к обители скачут. Кличьте вы их. Не нужно вы им теперь, отец Михаил. Тимоша, что делать? Вставайте скорей. Мне через вас пропадать охоты нету. Вставайте. Свечи, свечи, милые, возьмите свечи. Thank you.
всем бежать! Куда? Все пропало! А я бежал с радостным чувством освобождения. И меня не страшили грозящие впереди опасности, подстерегающие омуты. Я начинал верить собственным своим силам, смутно, неясно, но уже понял, что многое зависит от нашего собственного мужества, постоянства и твердости. Не льщу себя много надежды, но благополучен буду, если труд мой принесет хотя единую каплю добра и света в мир человеческих недоумений и неведений.